Небольшая тренировка по фехтованию, чтобы не потерять форму. На репетицию спектакля Максим пока смотрит со стороны. На предсезонное распределение ролей он опоздал. В Вологду вместе с женой Алисой и 4-летним сыном Сашей приехал из Донецка всего месяц назад. Рассказывает, жить и работать на родине стало совсем невыносимо. Я так понял, четверть труппы уволилась. Еще четверть не приехала, потому что боится ехать. Вышла только, можно сказать, половина людей. Ну да, сидеть там, деньги имеют свойство заканчиваться, и без ни денег, ни работы. Киев. Она актриса Донецкого национального академического театра, он актер Мариупольского драматического. В Украине ребята работали на разных сценах, но всегда мечтали сыграть на одной. Вместе оказались только в Вологодском драме, причем совершенно случайно. Случайно мы набрели, ну вот Максим, на сайт Вологодского театра и зашел в раздел вакансии, а там раз и нужны женщина 28 лет, мужчина 36. Желательно пара, ну то есть идеально. На работу семейную пару взяли сразу без лишних вопросов. От драмтеатра тут же дали квартиру с мебелью и бытовой техникой. А маленького Сашу обещали помочь устроить в детский сад. Во всем ребят поддерживают и коллеги. Нам варенье передали сегодня. Добрые люди. Нина Васильевна у нас заходит в театр. И она говорит, принесла сегодня, говорит, возьмите варенье, чтобы вам с чаем хоть было что пить. С собой вынужденные переселенцы сумели взять только паспорт и теплые вещи. Все нажитое осталось в Донецке. Там же сейчас находятся и родители. По их словам, дома стало совсем страшно. Снаряды рвутся один за другим. Прежняя квартира Максима с Алисой тоже попала под обстрел. О том, что покинули родину, семья не пожалела ни разу. Коллеги, кстати, уже отмечают, что Вологодский драмтеатр приобрел сразу двух талантливых актеров. Вижу большой потенциал у него, потому что у него есть большое желание. И он все это с удовольствием делает. И я вижу, что вот за первый месяц у него большой прогресс. Я пока жену не знаю, так, как актрису. Как человек она очень добрая, обаятельная. Сейчас семейная пара планирует полностью укорениться в Вологде и поскорее влиться в работу. Кстати, Максим дебютировать в драмтеатре может уже в следующем месяце. В премьерном спектакле «Ричард II». Алина Шипилова, Игорь Трифонов. Новости Вологды.